І мінливого квітня нарешті настала справжня весна. Як, до речі, й обіцяв Олег Скрипка, лідер рок-групи ВВ і людина, яка сповідує свою філософію українського року. Раніше, впродовж довгого часу, він сповідував філософію французького року. А тепер, окрім несамовитої популярності в Україні, має відчутний успіх в Росії. Інколи здається, що Олег Скрипка і команда ВВ стоять осторонь естрадного процесу, де часто панують низький смак і інколи невігластво. Телебачення, радіо і газети не описують участь ВВ у заходах, які мають назву «тусовка». Ніхто не знає, яке прізвище у продюсера ВВ і чому музика ВВ настільки ж популярна, наскільки для багатьох незрозуміла. Отже, ми говоримо сьогодні з паном Скрипкою. Добрий вечір. Це програма «Табу». У нас сьогодні в гостях людина, яка народилася в місті Совєтабад Ленінабадської області. Це дуже така зворушлива історія у нас зараз буде, тому що ця людина має прізвище Скрипка, а ім'я Олег, і всі його знають як, я думаю, на сьогоднішній день видатного співака України. Добрий вечір. Олег Скрипка, лідер групи ВВ, до того працював з групою у Франції, до того вільний музикант, до того інженер на заводі «Квант», до того Київський політехнічний інститут, до того школа в Мурманській області, до того народився у Таджикистані 24 травня 64 року. Дітей немає, розлучений. А як це от угораздило там аж родитися? Что там такое происходит в Совет... Я до него произнести, это такая советская... Совєтабад Ленінабадської області. Что там? Там оттуда родители или... У меня папа с мамой познакомились, насколько я полагаю, в Донецкой области. Вот. Папа у меня был студентом и как-то параллельно подрабатывал на шахтах в это время. А мама работала в детском садике, и они как-то на каких-то студенческих вечеринках познакомились вместе, и причем такая, я знаю, папа там мой стиляга был, ему там все дела. У него были очень узкие штаны, ему разрезали там ножом штаны, милиция, там все дела. Вот. А потом мой папа учился в Киевском медицинском институте и очень плохо учился, и его распределили вот, соответственно, в Совєтабад Ленінабадської области. А я бы отличников туда распределял, а двоечников куда-нибудь там в Киев. Ну, например. Может быть, он был отличником, я не знаю. Окей. І починає от отца в какой-то степени, да, вот такое желание, ну, как бы себя показать у вас возникло. Я думаю, что больше от мамы, потому что, ну, как чаще всего бывает, мама занимается ребенком, воспитанием сына. Mm-hmm. Вот, и как бы она там меня в там минимальном возрасте начала учить петь песни, говорить стихи, там, рассказывать. Я вспоминаю, мама рассказывает, у нас они очень любили вечеринки, и там гвоздем вечера был я. Вот, был табуретку, да, так? Был красивый шкаф, на фоне шкафа ставилась табуретка, и я вещал. То есть, ну, я не помню, что я рассказывал, но ну, там, у меня был яркий, там, высокий такой голос. То есть первая сцена была такая, в размер табуретки, небольшая сцена первая была. Ну вот потом у вас были всякие там учебы в политехнических вузах, то есть какие-то серьезные вещи, да, работа на каких-то заводах, наукоемких, я не знаю, есть ли наукоемкие заводы, там где с наукой связано, да. Ну, вот. А потом это было, да. Вдруг это все было брошено. А почему? Вообще-то, когда я учился в школе, ну, у меня было желание стать каким-то ученым. Угу. Потому что мне очень нравилась математика и очень нравилась физика. И как бы мне это легко давалось, а потому что мне это было интересно. Вот, и вот я как бы поступал в институт. Ну, я как бы, кстати, о профопределении, я как бы, ну, думал, что в Киевском политехническом институте как бы изучают там какие-то науки и потом становятся учеными. Вот. И сразу же я понял, что там учат немножко другому практике, вот, а с другой стороны, вообще в институтах учат, ну, вообще, по-моему, ничему не учат, а просто как бы.
Вот. Ну, то есть мне все это не понравилось, и я сразу резко начал заниматься музыкой и театром. Еще в институте? Еще в институте. И я участвовал параллельно в двух вещах. В ансамбле, ну, в рок-группе радиотехнического факультета моего института. И параллельно в театре, вот, в студенческом театре, в котором было такое название «Вымя». Вымя. Хорошо. Нам сразу же комитет комсомола запретил это название. И было взято, бы тоже запретил. И было взято название «Время». Ага. Вот, которое было... Ну, более... хорошее, уже лучше. Вот. Ну, то есть сейчас, например, если вас спросить какую-нибудь формулу такую сложную, вы так помните что-то из физики? Теорему Котельникова? О, ну, это я вообще не понимаю. Ну, то есть, есть какая-то еще там остатки? Интегралы какие-то. Нет, остались только вывески. Ага. Сущность, наверное. Нет. Ну, даже, наверное, теорему Пифагора сейчас не докажу. Хотя я с интересом, наверное, когда-нибудь открою учебники, так с интересом как бы окунусь снова. Ну, и потом возникла идея вот сделать рок-группу, или я не знаю, как ее назвать, да, ВВ. И как это произошло? Это должно быть, наверное, что-то идеи, внутри. Идеи такое... не было обычно, но, как обычно случается, было просто желание, естественно, необъяснимое, вот, как у многих молодых людей. Вот, и после рок-группы, в которой я играл, которую я создал в школе, угу. Рок-группа с английским названием и с английскими текстами, вот, мы играли в стиле хард-диска, ага. Вот, очень тяжелого диска. Вот. И я сразу приехал в Киев, сразу начал искать возможность играть в какой-то группе. И встречался с очень многими людьми. И после долгих мытарств я наконец-то познакомился с Александром Пипой, с которым я до сих пор и работаю. А вот через него уже там, как бы, мы вышли уже на других ребят. И там после некоторого времени, в 87-м году, ВВ было создано. Вот в таком составе, практически, в котором оно сейчас и существует. Ну что, был поиск вот ниши своей, или вот вы сразу запели там танцы, это танцы там, скажем, или какие-нибудь такие другие песни, это возникли потому, что вы так холодно прикинули, вот уже есть это, и вот этого еще нет. Либо это вот просто как бы изнутри вышло и началась какая-то песня? Вопросов мы не задавали никаких. Mm-hmm. То есть было четкое ощущение, хочется делать это. И, наверное, вот это как бы нравится нам и будет нравиться слушателю. Mm-hmm. Ну, вот, и мы очень быстро стали как бы модной киевской группой. Вот мы одна из первых групп, по определенным причинам мы запели на украинском языке, рок на украинском языке, молодежная музыка на украинском языке. Это, ну, это сразу как-то вызвало радость у слушателя, сразу. Mm-hmm. Вот, и причем мы, я помню, проходили такое литование в рок-клуб киевский. Mm-hmm. Ну, надо объяснить зрителям, что такое литование, потому что я-то помню, но, может быть... Литование, значит, это... Это как цензура, да? То есть можно это или нельзя? Да. То есть понятно, что нельзя допускать на сцену всякую дрянь, поэтому... Буржуазную, например. Буржуазную, антиморальную, угу. И тому подобное. И вот поэтому любое проявление искусства должно пройти осмотр, медицинский осмотр перед лучшими представителями, скажем, советского общества. То есть и сидели там такие подонки из комитета комсомола, там из горкома, парткома там, и тому подобное, вот, блестели очками, а ты должен как бы все это воспроизвести. Вот, по-моему, мы даже вот в этом помещении, это помещение, по-моему, называл «Современник» раньше. Что-то такое, да. Вот, и в этом же помещении, то есть у нас, допустим, организовывался рок-концерт, до рок-концерта со всеми, с музыкой, со всеми там танцами, угу. Со всеми позами надо было сделать то же самое перед людьми в очках, которые вот здесь сидели и там с бумажками записывали, стали крестики-нолики. Вот, рок-клуб, как бы, так как другой кальки не было, поэтому рок-клуб создавался по каким-то комсомольским калькам, и сидели серьезные рокеры, по типу уже со стажем, ага. И вот, и смотрели, как это выглядит, и мы прошли литование, и даже у этих рокеров, вот, это вызвало улыбку, наш украинский язык. Я даже помню, ну, не улыбку, а добрую улыбку. Ну да, я понимаю. Мы были приняты в рок-клуб, и он сразу распался. Вообще смешные вещи происходили.